С 2018 года наша налоговая служба сможет автоматически получать информацию о российских клиентах кипрских банков. Это стало возможно после того, как Кипр опубликовал список стран, с которыми хочет обмениваться сведениями. Россия в этом списке есть. Ранее в мае наша страна присоединилась к международному соглашению об автоматическом обмене финансовой информации, но тут есть нюанс. Обмен происходит только между теми странами, которые указали друг друга как партнеров. Так что с 2018 года все счета на Кипре станут для нашей налоговой службы видны как на ладони. Будет доступна информация по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций, от продажи акций.